Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. 100 баксов, а это говорит о том, что я смогу сегодня купить себе 250 телепортов. Так, зайдем быстренько сюда, откроем колоду и посмотрим, что нам там выпадет. 5 долларов, как обычно, а 6 даже. Надо же, повысили на 1 бакс. Так, задания у меня все выполнены. И я иду в магазин, хочу кое-что посмотреть. Эх, жалко. А буквально еще, наверное, часов 6 здесь у нас можно было приобрести, по-моему, Донателло фильм за сюрикены. Но сюрикенов у меня было мало, нужно было, по-моему, 5000 сюриков, а у меня всего лишь 3000, поэтому я его не купил, а сегодня его уже нету. Так, но зато мы с тобой можем приобрести 3 ДНК на нашего Донателло оригинала. Так и поступим. Замечательно. Так, что у нас по жетонам? 435, этого мало. Этого мало, потому что нам нужно 610. Так, ну ладно, теперь купим с тобой те самые телепорты, да? 250 штук, отлично. Так, дальше у нас идет что? Испытание. Через минуту буквально будет доступен у нас Усаги против духа. Поэтому подождем маленько и пойдем с тобой на, конечно же, турнирную арену. Как ты видишь, я нахожусь в лиге мастеров, ранг 56. Единственное, что у меня всего лишь 2 отката. Поэтому Леонардо здесь у нас особо сильно не повоюет, но да не беда. А Линда. Линда. Но лучше взять нам Shadowfruit. Да, будем драться именно с ним. О, Леонардо через 17 минут только откатится. Так, ладушки, давайте-ка тогда сделаем с вами немножечко по-другому. Я возьму Усаги. Я возьму сюда Зека. И, наверное, Тигр, Ванька и Сплинтер. Блин, я, конечно, боюсь, что их ушатают. Но все равно теплится надежда, что мы их сможем победить без потерь. Так что давай проверять. Ну, первым должен ходить Зек, как всегда, по стандарту. Теперь ходим у Саги. Надеюсь, он повесит на всех постепенный урон, чтобы они тут крякнули. Ага, смотри. Значит, нам с тобой лучше добить. А, у нас массовая атака от Шархана. Что-то не прокатило. Блин, Донни, угу. Снимает все дебафы. Плюс у него повесилась броня. Тогда я попробую Рафаэля, наверное, ушатать. Ага. А, нет, все нормально. Со второй атаки получилось у него. Да иди ты, кабан, сейчас. Ай-яй-яй. А ну-ка, Ванька, психани. Да что ж такое-то, а? Чувствую, сейчас это добром не кончится. Следующий у нас будет ходить Донателло. Мы его сейчас быстренько с тобой ушатаем. Да что ты? Вот, наконец-то. Усаги, давай-ка мы разберемся с Донателло. Так, Шархан, давай-ка мы с тобой кабана вольнем. Ну и Зек добивает Донни. Все, идеально. Хорошо получилось. Я уже думал, сейчас кого-нибудь тут опять у меня уложат баньки. Но все обошлось. Двигаемся с тобой дальше. Хочу сегодня подняться до мастера 2 звезды. Я не знаю, получится или нет, потому что очень медленно мы поднимаемся с вами. Так, Инго и Алексей. Слушай, ну тут надо брать Алексея. 74-75 уровень. Ё-просто, это, ребят, на грани предела. Давай, наверное, сделаем с тобой таким вот образом. Также я возьму, наверное, сюда Криса и Рахзара. Нифига там уровни, скоро будут 80-е, и что тогда? И тогда все, приплыли. Ну что, начинаем, и желательно с массовых. Так, ну, в начале уклонения, это понятно? Так, Микеланджело еще делает усиление, да? На атаку. Ну что же, Рахзар встает в провокацию. Наверное, зря я это сделал. Так, хотя под уклонением должно быть терпимо. Ну ты-то куда, Пит, вылазишь, а? Оу. Так, теперь баф. Шикарно, ребята, у нас контратака. Оу-оу-оу-оу, Рафаэль, хорош. На тебе. Выпускаем волну. Так, теперь сюрики.
Пит должен упасть. Не только Пит. О, замечательно, посыпались. Так, теперь мы уничтожаем Микеланджело. И остается лишь Рокстеди. Ну-ка, добиваем его. А постепенный урон, хотя, может быть, Крис пробьет. Есть. Замечательно, еще один бой. Идеальный у нас, да? Остается мало персонажей. Буквально еще бой от силы 2. Так что давай посмотрим. Наверное, не получится, да? 35-я позиция. Да что ж такое-то? Очень-очень медленно идем. У меня всего лишь 2 отката. Я их берегу для Леонардо. Хотя, если я сейчас отыграю всех своих бойцов, смысл тогда от Лео, согласись. Если я его не смогу ни с кем поставить. Ладно, возьмем здесь с тобой, наверное, Владимира. Раз уже у всех кубки одинаковые. Так, Рафаэль, Железная голова, Армагон. Да, кстати, здесь можно немножко сделать себе прослабление. А здесь, я думаю, возьмем Тимати тогда, нейтрализатора, и... Рафаэль, интересно, справится. Блин, не завалит ли нас вот Лео, например, или это, потому что у меня 60-й уровень здесь. Серьезно, очень большая опасность. Нет, я все-таки, наверное, Армагона возьму. Хотя надо было брать Железноголового, и у нас было бы 2 провокатора. Хотя вы помните, да, Железная голова у нас всегда подводит. Он почему-то ходит последний. Так, ну что, делаем с тобой суператаку от Армагона. Я, честно говоря, ожидал большего эффекта. Ну, давай возьмем провокацию на Рафаэля. Я надеюсь, он сейчас тут всем раздаст люлей бесплатных. Оу, ну зачем? Зачем ты хильнул? Лео, кто тебя об этом просил, а? Вот кто? Так, Тимати, давай-ка уничтожим с тобой Рафа. Конечно. Мечтай. Оу, нас еще и замедлили, ко всему прочему. Это не есть гуд. Это очень плохо. Ваня, успокойся. Твою ж налево, а. Так, ну хотя бы его ушатали. А ну-ка, нейтрализатор. Отлично, так. Ну, Рафаэль выдерживает удар от Лео. И мы, наверное, его сейчас добьем. Да. Если бы Рафаэль не встал бы в провокацию, я думаю, здесь бы головы полетели. Ну, а так нам повезло. Так что двигаемся дальше и смотрим, куда мы с тобой приземлимся. И место у нас 25-е. Ё-моё, да что ж такое-то, а? Хоть действительно трать откат на Леонардо. Так, ну здесь я возьму, наверное, Бартола. Берем его. Так, Железная голова. Раз, два, три. И как раз здесь, наверное, я все-таки возьму Леонардо. Чего ж там ждать эти 10 минут? Припаримся. Ну, давай проверим. Так, Лео делает первый свою, естественно, вертушку. Угу, упал Бибоп. Я надеюсь, добьем сейчас Микеланджело. Нет, Ванька упал почему-то. Ой, Майки, это тебе не поможет, я думаю. Ну-ка, Паукус, отлично. Слушай, а больше я не знаю, что нам здесь делать. Персонажей нету, драться я не смогу. Единственное, что нам стоит идти, наверное, на испытание уже. Ну ты посмотри, как обидно, а. 14 место, это еще как минимум нужно, ну, бой или два. И тогда мы с тобой оказались бы в Лиге Мастеров. Я думаю, что я вечером, когда сыграю, именно там и буду. И здесь лучше брать, конечно, Кеннета. Но кем играть? Нет, ребята, это самоубийство. Если я возьму 51 уровень против 67-х, 68-х, их просто быстро расколбасят. Так что придется немножко отдохнуть. Кстати, сколько там идет откат? Давай-ка глянем. 8 часов, ё-моё, если сейчас 3 часа дня, это будет опять 12 часов? Нет, 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 не хочу. Ну что, давай тогда переходить с тобой на испытание. Я думаю, что уже там все в откате. И да, друзья мои, эксперт Усаги против духа. Давай посмотрим, кого нам здесь дадут. Ага, Леонардо, Усаги. И на первых порах возьмем с тобой Змейка Вьюна плюс Тимати. Потому что начинает он с 40 уровня, как ни странно. И самое бесявое — это грибы. Ну-ка, попробуем сделать свою массовую атаку. Я думаю, что все получится. Опачки, так. Усаги надо только добить. И это делает Леонардо. Все.
Ну, первый бой, сам понимаешь, изейший, так что радоваться тут пока нечему. И мы переходим на второй. Там уже будет, по-моему, 50 уровень. Так, 2 ДНК на Усаги. Многие спрашивают, как ты накопил на Усаги? Ребят, ну вот так вот и накопил с помощью вот этих вот испытаний. Потом плюс еще, когда прошел уровень на 3 звездочки, можешь пофармить. И есть шанс, что ты еще добудешь 2 ДНК. Так, а мы идем на следующий бой. Тут уже 50 уровень. И, как говорится, у меня Тимати в зоне риска, потому что он имеет 60 уровень. На следующий бой однозначно он у меня не пойдет. Так, смотри. Никому не повесил урон, и это хорошо. Так, ну что, а мы с тобой делаем опять же массовую атаку от Усаги. Вот он психует. Хобана! И остается нам только лишь добить кролика. Все, друзья мои. Ну что, теперь мы с тобой убираем из команды, скорее всего, Тимати и Змейка Вьюна. Потому что им здесь делать нечего. Они 60 и 65 уровня. В зоне риска, тем более там уже будет, по-моему, да, 60 уровня. Так что, друзья мои, без них. Ну, в принципе, сам подумай. Усаги имеет массовую атаку, да, и Леонардо. Тут должно вообще все пойти по маслу. Единственное, что у них двойная атака у всех, а нет, кроме вот этого гриба. Ну и как ты видишь, они промахиваются. Это для нас большой плюс. Ну что, понеслась? А ну-ка, Усаги, завали их всех, а, пожалуйста. Ну, я имею в виду грибы эти. Так, отлично, а мы с тобой попробуем добить. Изи. Тут по-другому не назвать. Ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. И сколько там еще эпизодов, по-моему, 2 осталось. Покажите-ка мне, пожалуйста. Так, уже 3 ДНК получаем. Не 2, друзья мои, а 3 эпизода. Но 100% тебе могу сказать, что мы не пройдем полностью это испытание. Так как у нас всего 2 персонажа, да? И тут уже 70 уровень. Следующий будет 80-й. И на последнем будет 90-й. То есть, ну никак. Тем более, если бы он был без грибов, можно было бы еще потягаться. Но так как тут эти плешивые грибы, вот это вот бесит, конечно. Так, это испытание тоже проходим на изи. Вообще никаких проблем. И переходим, наверное, на последнее для нас в сегодняшней серии. Ну, там у нас еще есть одно испытание, попробуем его пройти. Так, эпизод 5. Эпизод 5, 80 уровень врага, как ты видишь. Блин, как же опасно, а? Ой, ну, как всегда, будем рулить. Опа-на, да ладно. Он делает баф. Вот это вот жестко. Это очень жестко, он бафнул на двойные атаки. Плюс защиту им повесил. Ё-моё. Ну что, попробуем постепеночку на них повесить. Так, контратака, по-моему, да, у Усаги есть. Бедный-бедный кролик, тихо, держись. Так, теперь делаем с тобой массовую атаку. Минус грибы, по крайней мере, нам остается только лишь... Да что ж ты будешь делать? Блин, неужели сейчас постепенку повесит, а? А он может. И он это делает. С превеликим удовольствием, а? Ну ты посмотри. Зря сейчас атака. Ну, короче, я понял. Кролик наш не жилец тут. Он сейчас от постепенного урона погибнет. О, даже нет. Да ты посмотри, сколько... Да ты что, припух, что ли, блин, по 4, по 5 раз ходить-то, а? Совсем оборзел, я смотрю. Так. Промахнулся, замечательно. Добьем? Нет, не вышло, нифига. Опять он бафается, а? Вот достал. Вот теперь представь, что он будет творить на 90 уровне. Вот просто прикинь. Мне ради любопытства хочется просто зайти и посмотреть, как это вообще будет все выглядеть. На 2 звезды прошли, естественно, фармить мы этот уровень не сможем. Да мне и не нужно, если честно. Но, как видишь, тут 4 ДНК. Это вообще шикарно. Давай просто глянем с тобой. 90 уровень. Это жесть. Так, я возьму тогда сюда Змейка Вьюна и Тимати. Я знаю, ребят, что они ватные. Но беру я их только для того, чтобы эти грибы, да, переключались именно на них. Кого он бомбит? Тимати. То есть, ну, один ход он потратил. И это хорошо. Так, а теперь мы с тобой будем сейчас применять... Слушай, ты запарил, а?
Ты запарил, я даже ничего не успел сделать, как он еще раз ходит. Ну ты посмотри, а. У-ху-ху. Да, эффект, конечно, обалденный. Эффект просто офигеть, ребята. Так, ну давай сделаем. Мы у Усаги практически не отнимаем здоровья. Чуть-чуть там. Минус бедный наш кролик. Смотри, он 90 уровня, да? А мы с тобой соточку. Но он бафается, конечно, божественно просто. На тебе, ой, контратака. И, по-моему, нас ушатают сейчас. Сейчас нас бомбанут. Тут без вариантов, он по 4 раза атакует. Это слишком, мне кажется, борзо. Но если бы у меня, например, был бы Усаги тоже 100 уровня, я думаю, мы его бы порвали. Ладно, пускай будет так. И у нас есть с тобой платиновое испытание. Дух называется. Давай посмотрим, кто у нас здесь. Так, ну здесь можно сыграть на самом деле. Будем против гриба этого. Это же босс, да? По-моему, самого первого задания. Этот вонючий огромный гриб. Так, сколько здесь волн? Я что-то пропустил. Так, ладно, мы сейчас с ними тут разберемся. Так, грибочек минус. Так, мутант белки. Давай, давай, давай. Отлично, завалили. Этого тоже надо хлопнуть. Хорошо, что у нас с тобой пассивка висит, да, от Усаги двойная атака. Тут всего 3 волны, так что переживать не стоит. Ну-ка, Лео. Нормуль. Ну и где же этот плешивый ядовитый гриб? Вот он, спрятался здесь, да, спит. Типа, ничего не знает, ничего не видит. Но мы его навестили. Ну что, приступим. Ого! Понижение атаки плюс постепенный урон он сразу вешает. А ну-ка, давай тоже ему попробуем повесить постепенный урон. Так, Усаги в гневе. Я вижу по его лицу. Ну, неплохо так отняли здоровье. Единственное, что не видно, какие там дебафы. Все, что ли? Я-то думал, господи, что это будет какой-нибудь супер мощный грипп, а мы его всего с 2 атак увалили. Замечательно. Проходим на 3 звезды, значит, получаем с тобой бонуса. А именно... Сейчас посмотрим. Да, снаряжение дух. Так, я думаю, вот здесь стоит ли нам проходить. Ну, 80 уровни, да? Опять этот гриб здесь. Ладно, я попробую пройти. Просто мне нужны эти элементы. Они нам пригодятся для того, чтобы прокачивать скиллы до 7 уровня, до 7 ступени. Так, что-то они тут Усаги мне очень хорошо начинают разбирать. При этом они вешают постепенный урон. А, и надо было массовую атаку бомбануть. Ну-ка, ладно, тут хорошо. Лео, ушатай, пожалуйста, еще одну крысу. Красавчик. Давай-ка это уничтожим с тобой. Раз и два. Переходим с тобой на вторую волну и смотрим, кто здесь. Бронированные тараканы плюс тараканы уже, как говорится, в новой форме. Я вот так сейчас попробую сделать. Выжили. Минус бабочка. Минус мотылек. Так, и два таракана. Промахнулся. Попал. Убираем его отсюда и этого тоже убираем. Ну что, друзья мои, опять этот гриб. Я надеюсь, сейчас он так же быстро упадет. Если он, конечно, не сделает офигенный дебаф. Плюс еще постепенный урон. Ого, а что такое сделал-то? Сразу отнял столько здоровья, блин. Гриб, ты запарил меня, вот серьезно тебе говорю. Просто запарил. Так, слушай, нам, наверное, лучше... Нет, я не буду хиляться. Я попробую просто вот так вот сделать. Усаги, конечно, погибнет сейчас. Нет, еще живой. Вау, вау, добили. Опять же на 3 звездочки. Идеально, кстати, получилось. Я думал, что Усаги погибнет. Но нам повезло. Я вот и... Следующее испытание, я думаю, вряд ли мы с тобой потянем. Потому что там будет какой 90 уровень. Там будет 90 уровень, это последний. Блин, надо Усаги прокачивать до 90 уровня, мне кажется. Это было бы вообще идеально. Так, ладно, попробуем с тобой тогда вот здесь вот что-нибудь вытянуть хорошее, да? Может быть, нам достанется какой-нибудь элемент. Вот, снаряжение дух, видишь, как фартануло. А здесь ничего, потому что у нас закончилось сыр. Понятно, сыр закончился.
Опачки, вот здесь можно еще набить телепортики. Как раз вовремя. Давай быстренько набью. Ничего, как говорится, страшного в этом нету. И можно сегодня что сделать? Ну, во-первых, поискать снаряжение, да, для Донателло, чтобы его пробафать. Это первое. Во-вторых, можно крутануть рулетку. Ты помнишь? А, ты же не помнишь. Это я играл за кадром. В общем, там у нас у Рафаэля фильм. Не хватает одного ДНК для того, чтобы его проапать. Вот я хочу попробовать выйти сейчас на рулетку. И если мне повезет, то мы сможем сегодня Рафаэля проапать. Рафаэль фильм. Ну а пока здесь сейчас с тобой набьем эти телепортики. Так, три штуки мы за первый бой получаем. По-моему, 4 штуки за второй бой и 5 за третий. Ну, последний бой вряд ли мы с тобой пройдем. Хотя, почему вряд ли? Должны потянуть. Ну, давай, давай, хорош. Так, 4 телепорта. Итого уже 7, да, мы получили с тобой. 7 до 5 будет 12. Так. То есть, ну, 12 телепортов — это довольно неплохо. Это два раза крутануть рулетку. Потому что там за каждый прокрут требуется 6 телепортов. Так, а ну-ка. Когти, нормуль. Ракету я бомбану сейчас. Не нравится. Постепенно урон его не добил, жаль. Так, ну что, теперь, наверное, мы его вот так вот заблокировали, а так если... Все. И переходим с тобой на последнее испытание. Я, правда, не уверен, что мы там пройдем, потому что не получается он жарить своим огнем. Но хотелось бы, конечно, забрать у него 6 телепортов. Ах, была не была, поехали. Сейчас будем с тобой бомбить. Зэк пулять, Рахзар смерть с небес делать. И Зэк будет, наверное, делать свою суперволну. Так, началось. Просто стрельнем. Ой, как мало. Так, давай-ка, смерть с небес. Да что ж такое-то? Сейчас ушатает меня Рахзара, скорее всего. Давай-ка я волну выпущу. Заблокировать или... Меткость, может быть, понизить? Понизили меткость. Давайте, давайте. Валим его, пытаемся, друзья мои, пытаемся. Ой, минус Рахзар. Минус Рахзар берется за Бакстера Стокмана. Ну-ка, есть мы ракетами. Хорошо. Так. Ну, давай заблокировать, может быть, получится. Нормуль. Причем, смотри, у него заблокировано, да, все. А он все равно может, ребята, стрелять своим огнем. Ну-ка, если бомбочку я брошу, замедлим или нет? Замедлили. Ну. Ну, Бакстер, ну сейчас же тебя завалит. А потом примется и за Зэка. Хотя он уже... Что бы сделать? Давай бомбанем просто. Есть. Получилось, как ни странно, у нас пройти. И мы с тобой забираем оставшиеся 6 телепортов. В общем, идем с тобой, естественно, на рулетку. Прикольно. Очень прикольно. Прошли мы с тобой это испытание. Конечно, не на 3 звезды последний бой. Это не идеально, но все-таки. Так, у нас с тобой пиццы достаточно. Так что давай-ка я еще раз в список гляну. И хочу убедиться. Может быть, тут что-нибудь поменялось. Кстати, Микеланджело фильм тоже не хватает всего лишь 3 ДНК, чтобы его прапать на 5-ю золотую звезду. Так, что у нас тут еще интересненького есть? Сейчас мы с тобой глянем. Вот, Рафаэль фильм, видишь? Одно ДНК не хватает. Одного ДНК не хватает. И, в принципе, вроде бы все. Нифига себе, сколько у тебя тут дубликатов. Ну да. Тогда идем с тобой действительно. Так, подожди, вот сюда вот. Выход из тени. Ну что, поехали. 6 телепортов за каждую попытку мы, ребят, с вами тратим. Ну-ка. Давай, 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 давай. Вот, 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 вот. Отлично. Хотя бы так, ребят. Это, конечно, не-не-не. Это, конечно, не Рафаэль. Но Микеланджело нам тоже нужен. Так, нет. Ну, Бибоп. Вот Бибоп-то, конечно, мне и не надо было. Так, ну что. Поехали, тормозим. Дай, дай мне. Твою же маковку.
Буквально одного не хватило, ребята. Одного этого, как сказать, разика, чтобы тормознуть до... Ну, короче, не перескочить на следующую карту. И тогда мы получили с тобой бы пак. И это было вообще круто. Но не получилось у нас с тобой. Я пытался, я старался, но, как ты понимаешь, не вышло. Только на Микеланджело мы нашли с тобой, да? На Рафаэле нам не дали. Ну ладно, потерпим до следующего раза. Возможно, нам с тобой там повезет больше. Так, а что у нас в этой колоде можно достать? Ага. $50 стоит эта колода. То есть можно вытащить практически любого, кроме Кренга, да, Супершреддера. Но это очень великий риск, на самом деле. То есть мы вытащим, наверное, всего лишь одну ДНК. То есть мы можем муху, например, от 3 до 4. Нет, это совсем невыгодно. Ну что, вроде бы... Так, давай-ка мы это с тобой утилизируем. О, 5000 сюриков у нас с тобой в кармане. Так, и хотел я найти на Донателло, да? Нужные нам вещи. А это, блин. А это 14 наушников. Это немало на самом деле. И тем более они, как всегда, не хотят нам выпадать. Ну ты посмотри, как специально, а. Какая-то зеленая колба нам лезет постоянно. Ну хорош, а. Дайте что-нибудь нормальное. Почему это зеленая колба? Она достала меня. Давай его здесь попробуем. Так, ладно, мутаген. Дальше у нас журнал, блин, какой-то современности. Вы что, издеваетесь надо мной, а? Как специально все делает. Вот, наушники выпали. Давай еще, пожалуйста. Отлично. Вот, только Хан помогает нам. Так, все, здесь началось, короче. И, как говорится, у нас закончилась пицца. Да, Доня, тяжело нам будет найти на тебе. Ох, 9 наушников еще. Ну да не беда, я потерплю. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!